Ну, теперь я попала в гостиницу «Витебск». Это, между прочим, самая большая гостиница в городе. Гости, к нам каждый славянский базар приезжает множество гостей из России, из Беларуси. Майданов останавливался, да, у нас несколько раз. В том числе Сергей Витальевич Безруков. Очень любит нашу гостиницу вместе со своим коллективом. И последние годы всегда у нас останавливается. А сами по себе артисты, какие они? Приветливые или, знаете, такие? О, это же я! Такая вся красивая и пошла мимо. Или они все-таки любят пообщаться? Нет, артисты очень любят, они очень общительные. Вот они, какие звездные апартаменты в гостинице «Витебск». Есть телевизор, есть зал, есть, пожалуйста, рабочее место. В этом номере можно даже так нормально прогуляться. И здесь, пожалуйста, опять есть телевизор. Ах, хоть на пару мгновений почувствую себя Сергеем Безруковым. Мне, пожалуйста, кофеечек в номер. Ну, такую ванную комнату, конечно, и я люблю. Ой, как хорошо. Как прекрасно. Вот чувствуется звездный уровень, потому что в этих апартаментах целых два санузла. Пожалуйста. Полежал в джакузи, захотел помыться под душем. Вуаля, пожалуйста, все для вас. Ну а вид из окон апартаментов здесь, конечно, роскошный, прямо на Двину. По секрету мне рассказали, что в гостинице «Лучоса» останавливаются только топовые артисты. Так ли это, сейчас и узнаем. В гостинице есть книга почетных гостей, где наши дорогие уважаемые артисты оставляют нам свои пожелания и теплые отзывы. 2009 год. Вы давно эту книжку ведете? Да. А Сусо, тоже 9-й. Один заезд, как говорится. Сара. А, здесь даже есть автограф Сары Коннор, представляете? Ну, я же говорю, что ваша гостиница топчик. Инфракрасная сауна, камин, роскошная кровать, большая ванная комната, отдельный кабинет для работы и мини-кухня. Все это есть в этом номере. Сразу же 10-ка за этот номер. Посмотрите, сауна прямо в номере. Вот это вот я понимаю, правда? После концерта ты такой уставший. О, возвращаешься и садишься в сауночку, разогреваешься. А дальше идешь в душик, охлаждаешься и потом ложишься в баньки. Вот это ложе! Ой, как приятно присесть после тяжелого трудового дня. А теперь прилечь и проверить матрасик. Матрасик очень, кстати, удобный. Как все выглажено, все чистенько, все аккуратненько. Рядышком со мной роскошная большая ванна. Ну и, в принципе, все необходимое для проживания. Посмотрите на количество полотенец. Побывав в звездных номерах, хочу сказать одно. Красиво жить не запретишь.